оставались, давали мудрый нам совет. Но время быстро пробежало, и масло съели мы чуть-чуть. А так хотелось здесь кузнянам на школу нам еще свернуть. Школа, школа, верят в помни. Школа, школа, уроки перемены. Школа, школа, учителю доски. И по ней любовью мы сомнели. Угадали, хозяйка азбуки. А ну-ка, луна, я смотрю, знакомые кадры. Потом скажете, кто это за герои. Потом, опа. Ой, посмотрите. Похлопали нашу героиню. Вот она, пришла. Конечно, это Мишка. Yeah! Молодцы.
такая вредная? Знаете? А потому что я тоже очень хочу страну знаний. Ребята, и я бы очень рада туда поехать. А мы возьмем с собой? Да! Да, она исправилась, видите, стала добрее. И ходит выучить алфавит, как мы с вами учим. Вы мне поможете? Да! Поможете. Ребят, для того, чтобы я отправилась вместе с вами в страну знаний, вы мне должны помочь решить задачу. По небу летели сорока, воробей, бабочка и шмель. Сколько было птиц? Так, пожалуйста, пойду сейчас спрашивать, сколько же было птиц? Сорока, воробей, бабочка и шмель. Так, пойду по залу. Молодцы! Кто из вас, скажите вслух,